29 января, Ленинградская область, второй день тут на пасеке. Вот сегодня пошел, вторая потеря у меня есть, но эту семью я буду разбирать. Но не это самое важное, наверное, я хотел снять видео, там бутылками слушал пчел. Шлангами слушал пчел. Не, ребята, это не актуально. Актуально сейчас не мог найти ни трубку, ни стетоскоп. Нашел вот такую трубу. Подошел и реально прослушал всех. Реально очень хорошо слышно. Я надеюсь, это видео, ну, знаю, для кого относится так. Пойду сейчас там послушаю еще тоже. Вот. Слышно, кстати, очень хорошо. Даже вот с такой длиной, где-то с метр. Просто замечательно. Так. Да, сидят, жужжат. Тихо, спокойно. И здесь тогда уж до конца послушайте. Тоже все хорошо. Гул ровный. Такой стабильный. Беспокойств нету. Вот у нас снежок идет. Тихонечко, кажется, то оседал, то... Идет. Ребята, давайте, чтобы сразу все было в одном видео. Вот. Я и разберу заодно эту семью, которая на двух корпусах, чтобы... Ну, это своего рода, конечно, эксперимент был. Вот, но... Так. Думал, что перейдут во второй корпус. Нет. Второй корпус не перешли. 5 рамок с медом наверху. Так, как мне... Вам видно было все. Вот так вот. И тут я наклонил. Так. Вот так вот получится. Видно будет. Да. Так, в принципе, не жалко. Кормов много осталось на весну. Осели они. Осели они. У нас уже стеночки. Так. Да, голод, 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 голод. Голод. Ну, не перешли во второй корпус. В первом корпусе, соответственно, конечно, меду тут. Сгулькин. Много пчелы. Сейчас я еще, кстати, посмотрю, что здесь такое, не клещ ли. Ну-ка. Что-то он кинулся в глаза белые. Так, да нет, кажется.
Нет, голод. Голод, голод, голод. Вот. Ну, ничего страшного.